темном-темном лесу. Черные-черные покрывала. Ведьма из Блэр. Это Дурдом 3. А, так она сумасшедшая. А, смотри. Ноги поломаны, а остатки человеческой куклы. Мы входим внутрь. Нам страшно, но мы входим. Здесь жила тетенька, учителька самоубийства. Ей было страшно. Сначала она головой прорыла вот этот туннель. Потом она привязала себя вот к этой вот кушетке. А ее ди, она сама. А сейчас мы увидим остатки, а вот ее последнее прибежище. Там есть письма, вот смотрите, есть письма. Видите, это уже из математики. Это были как бы тетради учеников. О, боже. Тетради учеников. Тут есть вот нотики всякие, стихами она читала. Короче, она, смотрите, это ее последний ученик. Обратите внимание, есть как нам... Боже, кто? Как страшно. Вот. Слушай, действительно страшно, я не шучу. Тихо, ну не надо. Ну... Блин, ну мне страшно. Да ну, тихо, ну-ну-ну. Куда мы попали? Непонятно, почерк? Деточка моя. А это, кстати, пух. Слушай, лебяжий пух. Все говорит здесь о том, что кто сюда, с чем, от чего, тот почему, зачем и того. Вот она нам рассказала леденящую душу историю. Лучше бы нам не рассказывали. Нам было страшно и интересно. Да. А какие-то письма. Ведьма из села Дменевка 3.